В этот день нарядные девчонки и мальчишки шли в школу с нескрываемым волнением. На торжественной линейке под переливы последнего звонка им предстояло шагнуть в новую жизнь, в которой нет тетрадок и учебников, контрольных и диктантов, уроков и перемен. С самого утра в Глебычевской школе стоял радостный перезвон. На выпускных лентах ребят маленькие колокольчики – непременный атрибут последнего звонка. Кажется, как будто незаметно 11 лет прошло, и ты чувствуешь, что вот уже надел эту повязку выпускника, и чувствуешь себя гордым за то, что ты тоже прошел этот путь, становление тебя как личности. Огромное спасибо хочется передать всей нашей Глебычевской школе за то, что она вырастила меня, буквально воспитала наравне с семьей и подготовила, я надеюсь, хорошего члена нашего российского общества. Дмитрий Некачайло – призер многочисленных олимпиад, как регионального, так и федерального уровня. После получения аттестата он собирается поступать на факультет международных отношений Петербургского или Московского университета. Впрочем, в желании продолжить обучение школьник не одинок. Как отмечает директор Глебычевской школы Ирина Милютина, в этом году большинство выпускников планируют подавать документы в образовательные учреждения северной столицы. Некоторые остановились на вузах Выборга, а один ученик сдает экзамены в университет в городе Хельсинки. Все планируют поступление. В большинстве своем это будут высшие учебные заведения, но кто-то будет поступать и в колледж. Рабочие специальности на сегодняшний день тоже нужны. И самое главное, чтобы ребята нашли свое достойное место в жизни. Мы надеемся на наших выпускников, мы верим в успехи наших выпускников. А выпускникам хочется пожелать выбрать правильно свой путь, найти свое достойное место в жизни и не забывать родную школу. Старшеклассники выразили искренние слова благодарности своим педагогам и надежду на счастливое будущее. Начинается новая жизнь, а это значит новые встречи, новые ощущения, новые места. И это не может не радовать. Но в то же время очень грустно, потому что мы уходим из этих стен, из школьных стен, к которым мы привыкли. И мы очень полюбили наших учителей. И вот наступает самый трогательный момент. Выпускники танцуют школьный вальс. Но какой бы ни была программа празднования, кульминацией всегда остается последний звонок, который зовет выпускников в новую самостоятельную жизнь. Анна Панфилова, Александр Сорокин, Евгений Трифонов, медиагруппа «Наш город».